Святые Петр и Февронья Муромские, покровители брака. Благоверный князь Петр вступил на престол в Муроме в 1203 году. За 2 года до этого святой заболевает неизлечимой болезнью – проказой. Во сне князю Петру было открыто, что его может исцелить благочестивая Февронья. Когда князь увидел Февронью, то сразу полюбил ее и дал обет жениться на ней после исцеления. Так и случилось. Святые супруги пронесли свою любовь через все испытания. Скончались благоверные Петр и Февронья в один день и один час, 25 июня 1228 года. Святой князь Петр и святая княгиня Февронья являются покровителями и образцом христианского супружества.